Вот я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И я буду заходить за операцию. Я говорю, они там превентивный удар по позициям. И выходите, я сейчас покажу, как это было. Они там атаковали наши войска, Беларусь, которые были на Украине. Которые мы разрезали эту войну, мы нашли в списках.